Хотели как лучше, а получилось как всегда. Маршрут временно продлили, но его придерживались почему-то не все водители. Прямо мы едем? Говорит, нет, на ваш хутор мы не поедем. Мы люди подневольные, как нам говорят ездить, так мы ездим. Как несоблюдение графика заставило жителей поселка выйти на улицу? Что касается поселка Дачного, они сюда считают, что этих людей возить не надо. Хотя здесь очень много маленьких детей. Кому выгоден провал эксперимента? Если будет устойчивый пассажиропоток, то будет маршрут продлен. Но пока получили только одни жалобы. Больше в пятничном выпуске программы «Человеческий фактор» в 19.15.